как поддерживающий это комплекс масел. Может, кто-то слышал Dermacent Essential. Масла, которые наносятся непосредственно на кожу, spot on, которые наносятся на кожу собаки. Они повышают иммунитет кожи и кондиционируют, и увлажняют. Я обычно начинаю с лапок. Для того, чтобы хорошо, качественно прочесать шерсть на лапках, вот такую вот маленькую расческу. Чтобы докладнее волос на лапках, Евгения выкружествует такие малые грибочки. Раньше мы пользовались для поднятия шерсти вот такой пуходеркой, но я посмотрела... Кедыч вчера не уживала таким пудлювечкой. Я вот эту расческу посмотрела у Пэм. А ты подшила у Пэм на их удручении такие грибочки? У грумера